Чего ты говоришь? Все, погнали, погнали. Диванки почисть, говорю, диван кидал кому-то, нет? Кто диван кинул? И, блядь, диван кидал или нет? Никому я не кидал диван. Это мало. Диван, у меня опять не бафнул, я уверен, не фасотка. Какая хуйня у тебя дома? Все, что тебе нужно знать. Сейчас подойду. Ну, учитывайте, это же соло таргет, как бы. Блядь, ну, вот это наш приоритет, как бы, соло таргет. Нет, на приоритетно говорить, нет накрутки. Не, я говорю, что здесь накрутки нету. Типа, если бы было две цели, банально, ну, паладин бы сосал, наверное, на стороне. Не, ну если бы 2-4, 2-10, я бы еще поспорил в этом квипе. Вряд ли. У меня мой вес ДПС, у меня два раза увеличивается практически. В две цели. Что жатва бьет в одну цель? 100 тысяч. Ей она просто, мне кажется, две цели. Чтоб у нее тоже урон сам... как бы делился. Это так надо сделать, мне кажется. Не делится урон, это ты. Я говорю, что я знаю, что он не делится. Я говорю, надо это сделать. Нахуя. Чтоб трэш тебе дольше заливать было, блядь, перед боссом. Чтоб все плакали, потому что дают мне это. Все ну, плакали, вот видишь, конечно, круговоротный тебя в природе, чтобы был. Мне с тобой, блядь, паладин клиф добавили, как этот, как в Т4, блядь. Попросить. Не, говорит, надо, блядь, сделать так, чтобы ДК меньше было. Блядь, не понимаю логику людей вообще. Я просил сделать подобие клива, как ДК, но только на УДС, чтобы... Не мы... говори меньше, блядь, это не подразумевается по сравнению. У меня дизерон как ДК намазывается. В принципе, также поставил вагу насчет того, что там были А ты у него спроси, почему паладинов не проковывает Ринка, я не знаю. Очень интересно было бы узнать. Проковывает Ринка, хуйня. Активировал Ладина. Все, дальше погнали. Ну он, блядь, мало куда пришел. Дальше? Дайте воронку забрать. Я не хочу больше. Я дам по ходу действия, отключи и ПГПЦУТ мастер. Типа, блядь, переключи на другого, потом на себя, и эту херню нажми нет, ты будешь забирать спокойно. Ой, забери мне не будет. Табличка ни у кого. Ой. Чё? Ой. Бери большой. Останы там. А я вместо кого иду? Видишь? Хочешь вместо меня, может быть? Я все, я готов, я вот на ежоге. На ежоге? Может, на измене, я не знаю. О, я на ежоге, нахуй, я пивас нахаюсь. Ты на язве, по-моему, как называется так, если народ. Язве, просто жоги. По времени не успеваем, давайте активнее. А что завтра? Сколько ДК, Лёха? Сколько плюсов? Что? Сколько плюсов на ДК у тебя? Ты не видишь? У меня 3 плюса. Не, ну блядь, ну 3 плюса. Я говорю, у силков сколько? 204. На 80 меньше. А, кстати, пока не забыл, сейчас предупрежу. Завтра я ухожу на день рождения. Скорее всего, мне завтра не будет. Беда, братан, я на тебя так рассчитывал, ты подвел. Дня завтра не будет. Я работаю. Ну не будет, не будет. Окей, написали в дискорд и все. Мне писали, готово. Раз конскорд писали. Значит, все. Я думал, трэша меньше дракона. Или Кир. Амир, ты помнишь мои слова? Ты шемку соберешь только после меня. Дена, ты не приходишь даже, какая тебе шемка? Я в пугарейдах соберу, ты шо? Все, трэшак дальше. У меня уже 4 осколка есть в пугарейдах.
Буду брать забегу Тудора. Нет, ты зря угораешь, я типа 20 сколков так собрал. А, Ген, а Скиллон не играет, он АК продал, если ты не знаешь. Да, кстати, я Скиллон своего ДК продал. Бля, и даже не сказал ничего, я бы забрал. Я правда ДК не играл ни разу и терпеть их не могу. А за сколько продал? Я понятия не имею. Где он, на фанпей продавал, или где? А как они продают аккаунты, не боятся, что тут же все, пиздец, все привязано. А, я тебе больше скажу, там я вчера видел, что продал свой ак, а потом через 4 месяца восстановил почту и его спиздил назад. Я тебе про это и говорю. Там даже почта это не аргумент, что ты все, это твой персонаж. Не, почту можно восстановить. Мой товарищ с ником Флаффи продал, короче, мага бисового за 15 кусков. И почту восстановил, он продал. А потом покупатель пишет ГМом то, что он покупал у тебя аккаунт, тебя чекают и восстановят. Он все еще не в бане. Это было примерно месяца 3 назад. Это недоказуемая фигня, понимаешь? Продам 280-ю сову. Также имеется хил-спек и танк-спек. Да, в смысле, если ты скринов поделаешь, как ты не докажешь? Ну, смотри, я также сейчас могу сделать в каком-нибудь скайпе скринов, да? Что ты мне чара продаешь, и тебя забанят. Это не аргумент. У меня знакомый покупал аккаунт на фанпэй, блядь. Его вернули, он написал и забанили нахуй. И владельцы. Барыгу забанят. Смотри, Изи, продаешь ак за 15к? Тебе дают бан за продажу АКа, ты разбаниваешься за 5к, профит в десятку. Нет, то что я не знаю. Ты пиши мне. Блять, в рейде нам. Геру дадут сегодня, нет? Да, Геру бы, отойдите оттуда нахуй. Кипиш своего приста 3 раза продавал. Его банили, он разбанивался на вырученные деньги. И остаток оставался у него. Добивайте провизию. Да пофиг, вот зачем можно разбаниться за бабки? Надеюсь, блядь, его охренел. Найдут в скором времени. Провиться, дайте фир, раздавайте фиры. Кто в бой не вошел, там может, есть кто добегает. Масс резкий пончик даже. Хорошо. Кто-то еще успевает боевишки лутать. Потому что не дамажу. Что у нас завтра ЦЛК, что ли, будет? Пиздяком, адмирал. Ну, пришла твоя судьба. Гена, там наныли на реворк совы, знаешь, да? 300 000, блядь, добейте. Вконтакте скинь тему. Добейте, там 200 000. Там, правда, Дизерон сказал, что он вообще понятия не имеет, чего там реворкать надо. Но он сказал, подумает. Надо накидать идеи. Все, трешечок, только аккуратно. Войд, забери всех на себя, пусть Драгон Сандиван на кого-нибудь даст. Или Блэр, там, Крес. Ладно. Предупредил бы я, отвел, когда бы все треснуло, а так как бы с боем больше. Ну, что принять от телевизора, что сядет. Надо совет, короче, добавить рядом со звездопадом, типа какой-нибудь градопад или метеоритопадение, что-нибудь такое. Можно говнопад тоже сойдет. Я бы добавил. Гена, там видел там символы тебе на звездопад хоронить? Че символы? Символ будет. За СТС, лихашки. А че за символ? Не шарю. А, ну смотри, один, что ты не в облике Солуха будешь, а в своем обычном облике бить. Хуйня, это для ПВП. А второй, типа,
ты херачишь этот звездопад, а у тебя звездочки под конец взорваться будут. А чё бой висит? Это типа фейерверк или что? Ну да, типа... Шляпка какая-то. Бафы просил. А чё за символ? Новые символы будут или чё? Да, забирашки. А где посмотреть это? Это только для сух. Тема... Что-то там обсуждение будущих обновлений или что-то такое называется. Сейчас вроде ещё как говорят. Рэш, поехали. Дискорд можете кинуть? Тема гринди, да? Я надеюсь, там будет символ на протовара, блядь. Там протовара. Я там видел символ на НХ, НХ вместо волка будет в какую-то ящерицу превращаться и призывать вместо волков тоже ящериц. Слышь, Войт, там на форуме читал, там говорят, нахуй нам надо протопала символы делать, если он один играет. Угу. На протовара сделают этот. Он будет летать как. Нихуя. Ну, камнем вниз? Добавят, мне кажется. Бесконечный чардж просто. На Элема сделают, что там в двух рук будет Элем пускать лаву. Момент дисконлок там от чаржа, да, ну? А ты заметил, да, что мы с одной руки кастуем, прикинь, двух, чем мы можем? Это как в Скайриме, с двух рук, да, ты имеешь в виду? Угу. Давайте трэш. Прикинь, брат, товар, блядь, с двумя щитами, ну. Слушай, а тут же есть олени бегают, прикинь, их в натуре запарить, сказать, блядь, напиши на форум, скажи, блядь, а чё, ну, каст двух рук там? Не-не, просто в новом Варкрафте же есть, типа, два за... лавы. Ты ее два раза можешь кастануть. Ну, раз, два. А можно с крыши протовара создаешь эту нагу, эту бабу. У нее же четыре руки. Короче, берешь три щита и пух, и бажишься. Берешь себе четыре Митриуса и нормально. Да-да-да. Не, берешь ФДК, короче, создаешь, делаешь четыре руки ему и баш. Лучше две глоры тогда. Четыре Митриуса. Почему Форик с двух рук бьет, а... У него талант есть. Форик не может посчитать делать, действительно. Способный Форик. Талант? Качанная бицуха. Вообще сказать, 4 ШМ-ки, да? Кастерскую, вот. Типа, милишную и волонир. Ну, раньше... Ага, и лук еще скажешь. Ага, и то редал. Можно диспайл? Вот все, смотри, на РДД есть ШМ-ка. На Милика тоже есть ШМ-ка, осталось ШМ-ку на танка и на хила. На протовара щит. Но волонир есть. Отлично. И на Элимов тоже ШМ-ка. Надо делать тогда им осколки, блядь, не снизу. Танка момент спорный, потому что если и делать, то делать на протопала и протовара. Есть на танка, типа вот этот, который спамит постоянно. Меч, который молния бьет. Неплохо. Потому что, как бы, на ДКшку там можно и ШМ-ку одеть. Это первый нюанс. Второй нюанс, Мишка, ну, Мишке он нахуй не нужен. Вот. А дальше, по хилам, типа, без разницы, какой хил. Создаешь, блять, что там, приоритет. Ну, тут тоже есть разница. Дробяшка. Не все хилы дробяшку носят. Не все хилы дробяшку. Или все носят. Хп, меч. Им просто надо сделать, ну, как да, они с блинком да. Сделали, вот, кельталосом. Типа, чтоб выбирать, можно. Так, было. Рыбу ставлю, поставил. Да, рыбу вы присумуньте, ёпте. Суманите этого вагона и... Ешь со мной, пока. Да мы, блядь, дороги себе... будут ныть, что у них нет ШМа и Янхи. Или данки в БТ. Нет. На самом деле обидно. Одноручку просто сделать, она как раз зайдет и Энхом, и ФДК, и Рогом. Ну, это чья там жирная жопа села на рыбу? Даю проверку. Мягко как водишь. 30 там... секунд. Войд страхуешь. Дракон вместе с Луци... Дракон в ДД, Луцин на трэш. Вы только не забывайте к этой метке, не надо сбегаться. Да, кстати, метку тут надо выносить, это, блядь, первый нюанс. Все к пианисту выносите.
И второй нюанс, не забывайте про сбитие костов. Лёха, ты летать умеешь? Здесь этот, косты не сбиваются так, как, блядь, в ХМ-ке. Здесь надо контроль давать станы. Так что, умеешь летать или нет? Закупил все этим? Дайте баф. Задолбали, блин. Где-то там валяетесь вечно, вам пристабафы. Вот, да, блядь, я так же... Я другая круг. Мне ГП въебали. Вам тоже нужно ГП въебать за пристабафы. Остальных не хватает. Еще раз. Где там просит? Все готовы, все готовы, поехали. Яничка. Все, бурстим. На ком метка? На ком метка съебается? Надеюсь, не проебете. Если на мне метка, значит вы все от меня съебаете. Если что, он не пошутил, так что будьте готовы. Какие шутки. Сейчас посмотрим, кто реагирует, как. Нихуя себе, уже, блядь, снесли он сколько хп боссу. Трэш не вышел. Мне еще даже спокойный. Почему три сказки? Выйди, блядь. Блять, ни одного прока, я ебу. Да вообще пиз. Рошачок ловим. На пол. Почему не ты машло за отстоял ни одного прока? Играть. Давайте еще лучку, Яр. Я навсегда избавлю вас от мании величия. Приста. Дал ему пока что этот, блять. Как его, блять, удушение. Сливаем быстро приста и потом по боссу хуярим. Мяко, смотри, аккуратно, там червяки будут бегать. Так что. Да. Там этот, кто-то выбил. Все, стоим здесь же. Стоим здесь, сейчас дам притяжку. Поехали. Блять, ну вы их и замедляете-то. Пиздец. Лучше бы на аварию замедлять. Стаки пропали. Алый проебал, пиздец. Локи обогнал. Блять, хил прошел. Ты чё, блять, косты не сбиваете? Девка. На себя, Войд. Уже притягивал. Ну, значит, там. Куда вы, блядь, нахуя вы бьете, блять, этот череп ебучий? Сейчас исправим ситуэйшн. Сейчас. Мяко, готовься. Он сейчас пропадет. Давай. Сейчас сместились туда к этому черепу, блядь, тебе. Даже тут, блядь, умудрились каст поебать. Как он? Только шаманов. Я навсегда избавлю вас от мании величия. Пускай накручивает, тебе жалко, что. Ну то что. Каст. Дал сало пока по ним.
ближайшие там секунды не будет. Видите, жреца ебучу. Все, босс. Метка, по-моему, да? Там на роге. Червячки. Так, перебежали туда. Бьем его. Страшно его сразу подальше его вытягивать просто этого моба. Да, я вытяну. Чтобы червяки до него не добежали. Да вроде добежали. Не бежали ни разу. Так, сайденса нету, вот череп появился, косты сбиваем. Станчик ему сейчас пишите. Быстрее свичнитесь все. Сбейте петуха, это подкаст. Все, нормально, сбили, босса хуярим. Мяк. Прости. Так, пошли туда. Что, настало время исправить на позиции врага? Нажать одну папку и занять стопы. Так, сейчас одного череп на себя затяну. Притянул, давайте, поехали, череп. Дал салты. Че тебе надо, задолбало уже. Каст. Выбеги череп, кто там. Крестик. Добивается. Каст. Все, босса херачим. Контест. Переводи. Выбеги там. Тут. Все, здесь стоим. Сейчас притяну. Ой, притянул. Я уже сам. Я навсегда избавлю вас от мании величия. Так, представь, бьем. Ты сбиваем каст. Каст, сука, прошел, блядь. Первый ебучий каст. Никто нихуя не дал. Промах жабы, ёбаный рот. Да при чем тут твоя жаба? Ну я давал. Сейчас мы уже добивали просто. Нету сайленса, блять, у меня. Все, блять, каст проходит. Чё за хейт? Я один тут, блять, добиваю, спросите. Резелин. Хули он ползет, сука. Заеба. Еще бьем. Сместились все сюда. А что два лока до хп? А это говорят дестриков апнули. Да. Дестрики не знают, когда им надо что юзать. А у е дали, на пол не дали. Креста херачим. Дал пока сайленс по нему.
Всех свой. Просто отец. Все, добили босса, хуярим. Того контролем. Он червячок за ним гоняет. Ага. Заебал. Все, сейчас босса переводим. Активнее, еще чуть-чуть. Все, босса добиваем, того контроля. А зачем? Куда? Ну, мне антифир никто не дал. Добивается. Все, сейчас идем по-быстрому, трэш чистим, ласт босса убиваем. И на этом, блядь, два инста закрыты. Погнали. Чем быстрее убьем, тем быстрее разойдемся. Давайте поторопить. Бля, Фраск, я не знаю, как ты бьешь, но это нормально вообще. Что как? Типа у тебя 18, еще у меня 23. Драгон, сучка, промеж шаманов залез как. А у тебя сколько? У меня 23. Давайте танки, выводите сюда трэш. Дракон, спекайся в танк сразу же. А я разве тут нужен? Не вижу, ты понимаешь? Так не вижу. Бля, ну если на Аларе шаманы будут так замедлять, они ж вообще нифига там замедление. 75% снижает. Вы не понимаете, но на Аларе надо чем быстрее слить 10 мобов в мелкого, тем лучше. Тем меньше проблем в последующем. То есть там не так. Факт в том, что... Чем быстрее эти мобы сольются в мелкого, тем меньше вероятность будет вайп преследования. Сразу три там, допустим, в босса зашло, да, два. Потом сразу же мгновенно тоже еще надо три, чтобы... Там должны идеально работать, блядь, вот. Мне надо 4 человека, даже 5. Зачем все поднялись? Скажите. Пятером. Это все, блядь, спокойно будет работать. Если, допустим, Махка стоит Близзар в дальних, два ДКшки притягивают два моба, и в ближних мобах два бана идет от лока. То есть сначала баны Близзар, потом два ДКшки мобов, которые идут, притягивают. И все. Два моба дошли. Получается, дальняя под замедлом. Ой, тут еще спалили. Просто баны. На мобов контролировать, сколько мобов может заходить мелкого. Сегодня пойдем, нет, на Лора. Ну, что ж хотел? Ты планировал? Неомир вроде бы сказал тебе, типа, что... Он специально спрашивает. Вроде как пойдем или нет. Чтобы свалить, если что. Чтобы свалить, типа, понимаю. Да? Один я, наверное, про Лара, типа, спрашиваю, интересуюсь, когда, типа, мы пойдем. Не, на самом деле всем Алар больше нравится. Потому что он единственный, кого убивали хотя бы. Гевка, Алары мне интересуются, на Алары приходят. Понимаю. Тогда нету смысла идти, если на Алары просто приходят. А ТГПшку начал раздавать, нет?
Ты меня спрашиваешь? Я планирую сегодня конкурс сделать. Что за конкурс? Ты же понимаешь, что как бы это видео, 15 кп, один человек, и это грипп. Нет, первая фаза, типа, хотя бы первая фаза. Я не говорю за вторую, типа, смерть на первой фазе, но... Понимаешь, первая фаза изи, типа, она проходится нормально. Да, но если это смерть... Мы тогда люди на ней. Да, почему, например, Жунуэн постоянно умирает в перьях, да? Или еще это кое-кто есть там, еще есть один охотник или даже охотники, которые любят ловить. Перья. Стой, ты чё, блядь, не бил? Это про какого охотника ты говоришь? Чё, Драгон? Ты чё, жрецов не бил? Я, блядь, смотрю, у тебя на 3 миллиона меньше по жрецам. Вчера был пул, был хороший пул. Да, мы почти два этих убили. Да, мы второго, да, мы второго бы забирали спокойно, если бы мобов нормально тролли. Мне Мир, да, сказал. Я лягушки по ним давал. Разница... Проблема, понимаешь, рейд живет, рейд хорошо прохиливается, все живут, танки живут, все. Но только как 4-5 мобов заходит, это вайп. У нас проблема единственная. Да понятно, что это вайп. Но берем разбойника, да, пусть мажет яд, пусть маг кастует Близзард, пусть замедляет шаман. Не, понимаешь, там надо, блядь, некоторые люди не понимают. Рога. Рога, нет, кровавый нет. Взор. Я не могу тебе отдать ножик просто потому, что у тебя стоит в гильдии то, что ты мутик. Сейчас вообще идешь в комбате, а забирать наше Д еще, я вообще не понимаю, что за прикол такой. Ты пошла как разбойник, воин, да, хант, нету офспек. Вот именно, только есть, за ГП забираешь. Есть спек ДД, есть спек танка, есть спек хила, есть спек РДД, блять. За ГП забираешь нож? Какая или нет? Разница, что ты будешь дамажить, в чем ты будешь дамажить на боссе? Мне без разницы, хоть в мутике, хоть в комбате, хоть, блядь, в ШДшке. Типа, успех, это подразумевается, а, да, что ты мутик, правильно мутик, сказали, хил, типа хил, танк, милик и РДД. Вот, это офспек. Если бы ты из своего, например, мути милика, да, смог там сделать ШД, РДД, окей. А как вы думаете, есть какая-то разница между контролем Роги и Мага и между контролем Лока? Как думаешь, есть разница, ты заберешь моба или нет? Ну, в смысле? Я тебе так скажу, Рога. Ты лучше подкопи себе ЕПшку и потом сможешь забрать нож с лича в хэме. Он вообще нахрен никому не нужен. Он просто нахрен никому не нужен. Зачем для этого так и пить ЕПшку? Для этого нужно попасть на базу. То есть 1000 ГП из 5 каз заберет ГП. Раз, ты опять уже поменял. Нету смысла, ну, лутать промежуточный шмот. Не трать зря, ну, не ГП и соки, прошарки и так далее. Правильно, лучше получать нормальную шмотку. У тебя есть возможность, ну, есть возможность, да, забрать сразу такой пух. Если ты не будешь, ну, косячий, да, и так далее, будешь ходить на РТ, ты его заберешь. Как он там, небесный Крис называется, или как он называется? Да. Там есть главный нюанс, если ты будешь мало ТПСить, тебе просто в рейде ради будет. А, тебе просто заменят, да? Не только это, есть еще маленький нюанс, что будет постоянно дохнуть, его просто... В общем, суть такая, если ты хочешь забрать этот кинжал на офф-спек, это не получится сделать, ты его забираешь за ГП. Если ты хочешь нормальную пушку себе, не брать промежуточные айтемы, копи ЕПшку и ходи на лича, нормально вдавай ДПС, все. Так у человека запутали... Ну ты просто стрешь косарь ДП на этот кинжал, когда ты все равно заберешь его с лича. В любом случае, тут нафиг никому не нужен. Да не, я хотел просто на офспек взять этот кинжал. Ты не можешь взять. Не можешь взять. Нас такого нет. Да. А куда ж вы его денете, если он никому не нужен? На диск. Я его сейчас распылю. Слезы.
текут, по-моему. Щиты бы на протовары так распыляли. Весь шмот, который не забирается за ГП, пылится. Рада, знаешь? Да. Заходи. Так, я в туалет на секунду. Бля, я тут по голде просил, да? Продам магматического котенка. Цену в ПМ. У вас на раздумье 1 час и 5 минут. Будут покупатели. Какому силу босс нужен? Тихо. Окей, выйдешь. А, Кирс появился. Фарада, не надо, ты уже. Да, я зайду, пятый возьму. А толку? У меня взять тебя, который не дает ДПС, или взять Кирса, который дает ДПС? Будто бы Кирс дает ДПС. Ну, больше, слушай, чем Фарада. А мне что-то такое тут согласен, ощущение, ладно, больше, чем Фарада. Такое ощущение, что у всего рейда как-то ДПС подрос, нет? Так, все, Фарада, сумонься. Это лишь ощущение. Рыбу сумонься. Так, основное правило босса, блядь. Не тупите, блядь, и рейндж держите. А на каком боссе это не основное правило? Это, мне кажется, подрос ТПС, потому что локов апнули, а у нас, блядь, в рейде только 4 лока. И лема еще 2. Как в демоне играл, так и играю. Разелин как был в демоне, так и остался. Типа, Даркис, по-моему, тоже в этом лафте. А, нет. Не знаю, какого хера, но я с бурста вот на последнем боссе дал 29к. Это... Фарада нету. Луцинь, ты улетаешь? Все, это... Да так... вот только поставили портал. 15 минут, давайте. Убиваем босса. Вот вы бафнули, а сейчас Фарада прилетит и такой, дайте мне лапу, дайте мне пристабаф. Если такие приседы, то заебал, ну. Все, типа, будите, давайте побьем этот дракон с войдом танчик. Все остальные. Дамажат, так я РДД, поэтому это. Все, заебись. Люди хуй не дамажат. Пристабав. Вы задолбали уже. Как вы сегодня заебали уже с этим пристабафом. Постоянно его нет. Что, не флудить? Написал есть еще щит на протоварах. Не забывайте, не забывайте снимать пухи, блять, и контролить людей. Контроль основная хуйня. И стопать там хил, когда пухи появляются. Ну подумай. Локи. Куда вы его выводите так далеко? Все нормально, Даркес. Следующий. Но перед мощью кровавого молота не устоит никто. Видите лорда Сангвинара. Кровь за Мелики отошли, бабы у Ардадыслев. Да, коста убили, серьезно. Да. Бывает такое раз в год. Но мы иногда в первом рейде не убиваем. ДПС поднялся. Может, правда, я там слышал, вчера классная идея была, мы потихоньку с вечернего рейда людей в ДВ перетащим. Но Бибел обмолвился, что хочет уже. Ну, изъявил желание, что хочет к нам прийти. Да. Но его Леха не отпустит.
От бомбы отошли, милики. Все, добиваю. Так, пошел на свободной основе. Так, начну перекидывать у ДВшников, центр начнем. Идите, лови путь. На пол, на пол. Босса. Почему на денчике опять? Большой контроль после. Хотя плетение дайте мат здесь, что я не могу. Что сделать? Ну, еще фуловый, да? Злок, пацану. Че, наверное? Пухи разбирайте. Вообще не дохнись. Рейндж набираем. Шли все на центр. СС и локи раскидайте на свое усмотрение. Мои, конечно же, на адмиральный. Кинь сразу базу. Я прям уверен, что сейчас мяки будет ханна. Смотрите, да хуя у Ешки, поэтому по того Ешкой люди будут ложиться. На боссе лучше уешку не юзайте. Я недооценил вас. Было бы несправедливо заставлять вас драться с четырьмя советами. Все, поехали по этому. Зачетно. Парада, прохил. Адмирал. Рик. Я приорал бейсмунка под бомбу закинул. Так, РДД, поехали по бабе. Рэнш только можно с собой наберите, милики. Сангвинар, пару штук, блять. На пульте на майда бабу. Хил, Фарада прохил. Бомба сейчас будет, 2 секунды. Напуливайте на Войда. Руки Сангвинара. Давайте активнее бабу сливаем, РДД, станет проще. Потом все милики на Сангвинара переключат. Сейчас уже начинается. Не стойте возле Войда. Дохуя людей, не стойте возле Войда. Этот Сангвинара милики добива. Короче, милики на Сангвинара, РДД, давайте по этому. О, блядь, бомба. Инженер. Нормально, так типа цехос еще 20 секунд с лишним. Что,
Стамина робеется, бас активируется, пошло. Да, сейчас у качественников до хрена. Яро. На ложами только смотрите. Кого же могут заниматься? Хуёво видно. Кац, шаров не надо бить? Ложа. Контроль. Взяла контроль? Да, взяла контроль. Не убейте, Кир. Контроль совы, где контроль совы? Пидорас. Контроль совы, блядь. Сова стоит на фрикасте. Похил сову. Вы уже вышли. Давай бафы попросим обновить. Чё, магия? Надо по Фениксу сейчас заезжать уже. Пока не надо. Понимаете, Феникс играет. Яйцо херачу. Бос активнее. Лужа. Контроль. Контроль. Феникс. То иди босса. Феникс. Япончика не убейте. Феникс, лови, драгон. Контроль, дайте кайпасу. Херы, блять, локи. Во сколько, блять, лок? Я ведь пытался поднять его. Как-то сложно, ты еще не притягивай. Лыба. Питоса, контролю. Все, прохиливайте. У ложи выбежали. Забери босс. Феникс, убери. Феникс убиваем. Феникс убейте. Мог колбасу убивать. Мосса, Локи, Штора, Евку. Так аккуратно. Бафы и прокил. Там, блядь, вставайте, только помню. Желать. Контроль меня. Корни по мне. Кор, блядь, зеленка появилась. Вы чё? Отойдите, покайте. Бегите. Все, корни дали, я стою в корнях, не трогайте. О, не убейте. Встаньте. Босса бейте, отойди от меня, мягко. Заберу босса. Дали? Все нормально. Нормально. Прохил. Чего Фениксу надо заезжать? Ужас. 5% смотрите. Лицо сразу. Почему я не улетаю? Давай подводи под босса сюда. Все, яйцо херачу, а уешка фильм. Босса переводи. Босса перевести. Сейчас контроль будет. Переведите босса и не будет контроля. Контроль сову. Неслейте грин персик. Босса, 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 босса. Все, полетим по пенек, поиграем. Коту корни, блядь. Серьезно, под феникса я уешку, блядь, юзать хотел, да? Это, грин персика прохил. Чем вы их убивали? Босс. Просто закончили. Босс.
2 БР в минус. Яйцо быстрее. И БРов больше нету, да? Пока тут может поднять герберсика, герберсик может поднять Моссу. Моссу, давай. Но у Моссы нету БРа. Я в курсе. Боссу играем, больше контроля не будет. Рейндж набрали, прожарились. Бафы обновите, масбаф нажми. Рахил, Рида, Абсорбе. Дай там сейвы свои личные отдадите. Дарки, Столоки. Чем ближе к земле, тем больше урона по вам. Просил. Поднимай мосс. Баф по мосс. Еще бурстем. Зачетный вон. Только лужи не проебывается, лужи-то будут. Тролля не будет, но лужи будут. Сейчас появится Феникс скоро. Дайте Геру. Ну да, во вторую. Да. Дайте Геру, у кого не в КД, пожалуйста. Куда дать? Благодарю. Где выйди, мяко, мяко. Рейндж набрали, дефа белки отдали. Бейте РДД босс. Вот куда вам паладином 10 тысяч грамм? Блять, рейндж наберите. Почему тысяч? Миллионов. Просил. Все, бьем вас дальше. Все, сейчас время бурстануть босса и снести ему все, что осталось. Гравитация добивать его это. Там 2 ляма. Лучше пониже спустить. Кстати, ровно 4 часа. Спасибо. И, блять, не выпал брудак на палате. Судьба, ты понимаешь? Какая она вышла? Уважаемые маги, портал оформите. Влад, начислишь за ЗС-ку и за ОКО сразу. Какая это цифра будет? За приход был? За приход. Бля, посох хороший, да? Там получается 2, тут что, 1200, приход что? 200, да? 3400, правильно? Да. Смотри, 1000 это вообще. И нянки. Так что, сколько? Ты чё, кого старика ещё, старику тоже. Я в ЗС-ке на последние двух босса пришёл.
Только за эски пас. Зачетным и 500 за Т5. Бля, я не успел тыкнуть, конечно, но если ему надо, пусть берет. Дай еще 200 ЕП за приход. Кому? Всем. Я дал. Они дохуяли минус 2800 ЕП? А сколько там надо? Я тебе говорю, я на последних двух в ЗСе был и фул ока. Фарада 500. Минус 800 где-то, наверное, получается. Сейчас, подожди. Хуя ты мне ебанул, блядь. Подождите, подождите. Фарада 500. Клад 1, это третий, да, кусок? Не-не, меня ждет. А, ну да-да-да, бери это. Да. После зачетного кому говоришь? Фарада. Фарада. Мне 500 ГП и минус 600 ЕП. Ладно, а, нет, я минус 900 ЕП. Я сейчас посчитаю сам раз. Сколько в ЗС босса? Еще 300 5? Отними. В ЗС 5. Ты сказал 600. Ну, еще минус 300. И минус приход еще сегодня. Отсосил тракторист. 5. Чуть ГП тебе не дал. Бой, ты сейчас куда-то собираешь? Нет. Ну вот минус 300 еще тебе. Так, Вока 4 босса, правильно? 4 на 3, 12, 1200 и там еще 600. 1800 мне надо было дать. Еще один момент. У нас был разбойник на Микадзе, он ушел. Получается, перед лостом. На Гидросе ушел. Так до я Гидроса. 1800 и дал. До Гидроса. Вот, да, дайте ему и пешку. Я тебе 1800. Че это? Да у меня было 14к с копейками, и у меня сейчас, посмотри, сколько. У меня было до вашего, блядь, до этого РТ. А, вот сейчас все, да, сейчас. Ну 16, я же говорю, да, но... я же сразу прибавил 1200 еще. Бля, пусто хорошенький, конечно. Че ты говоришь там, еб, мяко, че мяко, че ему? Че ты, блядь? Кому там че еще отнять? Моза, ты на сову себе хочешь? На Микадзе надо до Гидроса дать ЕП Роги. На Микадзе? А где он? Ну, хуй. Его кикнули. А, я хуй знаю, значит, надо это. На Микадзе ему можно, в принципе, начислить ЕПшку, но до тех боссов, на тех боссов, на которых он был. А не был он только на Гидросе и не был он на Вайше. Япончик, а ты куда-то собираешь? Сейчас нет, сейчас у меня дела. Да что же вы злые такие? Да мы не злые. В смысле злые? Да шутка, ну. Слушай, ты нам 200 ИП не дадали. Да с чего ты взял, что не дадали? Ой, нет, ИП. Все дали сразу. Да мне надо на ГРТС.